Расширение границ общения и открытие новых возможностей для бизнеса и семьи в офисе и дома. Все это компания «Курьер Плюс» адресует своим абонентам, предлагая самые современные коммуникационные технологии в удобных и доступных услугах. Четверть века оператор связи предоставляет зауральцам качественный сервис в зоне покрытия город Катайск. Мы заявку подавали, потому что у нас нет интернета. Мы сдали деньги, заключили договор, ждем вас. Телевидение у нас и интернет. Хорошее качество, нормальный интернет, хороший. Домофоны поставят, сейчас сняли, нету домофонов. Заключили с компанией договор и должны поставить домофоны вот на днях. Вроде как 30 рублей в месяц плата. Если еще вот услуга интернет подключен, как у нас, то дешевле уходит, там что-то 18 рублей или 19 рублей за домофон и плата. Проект «Умный домофон» нацелен на повышение уровня безопасности и удобства. С ним решаются многие бытовые вопросы. Камеры видеонаблюдения передают сигнал на мобильные устройства и в архив, где запись хранится несколько дней. В этой инновационной системе домофон связан со смартфонами жителей многоквартирных домов, мобильным приложением «Курьер Плюс. Умный город». Развиваем на территории города Шадринска, активно устанавливаем на подъезды сервис «Умный домофон» уже более 2,5 лет. В этом году появились обращения из города Катайска. Мы посовещались, быстро приняли решение разворачивать данную систему на территории этого города. Система «Умный домофон» – это модернизированная домофонная сеть. Вызывная панель дополняется видеокамерой. С этого момента абоненты пользуются всеми бонусами «Умного помощника». Получают аудио и видеовызовы с домофона на свой смартфон. Дистанционно открывают дверь в подъезд. Получают на смартфон уведомления о пропущенных вызовах. При этом трубки домофонов в квартирах жильцов функциональны. Работает и привычный ключ от дверей подъезда. Ухожу на работу, у меня видеозвонок приходит сразу же. Я смотрю, все хорошо. То есть и жена также, и дочка. Все хорошо, очень. Сейчас мне нравится, а то не было. Кто придет, звонит. Сейчас внучка заплатила за сентябрь, за август, за сентябрь. Видно, когда кто пришел. Допустим, даже у меня дома, если нет, я где-то гуляю с ребенком, поступает звонок на телефон в приложении. Я вижу, кто пришел. Для абонентов, которые пользуются пакетными тарифами на услугу интернет компании «Курьер Плюс», доступны скидки на «Умный домофон». При скромной цене они получают более функциональную систему. Безопасность – один из приоритетов. Правоохранительные органы многократно воспользовались просмотром записей камер «Умного домофона». Внедрение сервиса стало шагом в будущее цифровых технологий для жителей Катайска. Сотрудники быстро прошли обучение, и началась установка. Сейчас, на данный момент, у нас уже наблюдается небольшая очередь на установке данной системы на подъезды жилых домов. Работа сервиса ничем не отличается от того, что работает в Шадринске. Все тот же набор умных функций. Информацию об услуге, возможностях подключения и технического обслуживания можно получить на официальном сайте компании, а также по телефону 9308 в Шадринске и 3308 в Катайске. «Курьер Плюс» приглашает новых абонентов подключиться к сервису «Умный домофон» для комфортной жизни. Надежда Уварова, Александр Пирожков, региональный телеканал «Город».